Я был мир почти через злые бои прошагал и прополз с батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, на полуторке к самому дому. Я стоял и немел, а над крышей дымок поднимался совсем по-другому. Окна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату, не припала в слезах на могучую грудь, а руками всплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях, я шагнул в полутемные сени, за чужое за что-то запнулся в сенях, дверь рвана, подкосились колени. Там сидел за столом и на месте моем неприветливый новый хозяин, и фуфайка на нем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я ходил, ни минуты не весел, он все вещи в дому переставил моем и по-своему все перевесил. Мы ходили под Богом войны, артиллерия нас накрывала, но смертельная рана зашла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в пояснице согнул, силу воли позвал на подмогу. Извините, товарищи, что завернул по ошибке к чужому порогу. Дескать, мир, да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Ну а он даже ухом в ответ не повел, вроде так и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то, только окна раскрылись, когда я ушел. И взглянули мне вслед виновато. Вспомнили такую песню, да?